бежать и прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылетает из стелек и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Какой праздник отмечают 23 февраля? День защиты Отечества. Поздравляют пап. Я 23 февраля папе подарю стихи. Защитники Отечества – это которые защищали нашу страну. Защитники Отечества – это которые защищают нашу Родину. Поздравляют всех пап. Читают стихи и дарят подарки. Ну, торты, свечку поставить на торте. И поесть с семьей и торт. День защиты Отечества. Защитник Отечества – это тот, кто за Родину защищает. Папа поздравляют. Стихи надо читать. День защитника Отечества. В этот день нужно поздравлять своих пап, мальчиков. Будем петь песни, танцевать, петь частушки и стихи рассказывать. День пап. В этот день надо папам рассказывать стихи. Защитники Отечества – это военные. Нужно поздравлять мальчиков. День зачистства Отечества. Им стихи рассказывают, песни поют, подарки дарят. Можно подарить сердце, машины, танки. Цветы. Так праздник называется, потому что солдаты защищают нашу Родину. В этот день поздравляют всех мальчиков. Для мальчиков поздравим концерт. Защитники Отечества защищают Родину. Поздравляем всех 23 февраля. Защитника Отечества. Защитники Отечества – это которые защищают солдаты Родины. Поздравляют пап, дедушек, мальчиков. Можно в этот день подарить папе рисунок.